Так, ну что, ладно, давайте приступаем тогда. Приступаем к Minishot Adventures на сложности исследования. Чтоб жопа не сильно горела. Нормально. Стандартно, если будут трудности, то сменить на простой. Да как-то это не кошерно менять. Самолетики являются типа расой, что ли? Так. Проснись, малыш. Здесь появилась скверна. Изгнанный вернулся. А, спейс надо жать. Ага, окей. Ищи своих друзей и корабликов. Обрети мои первозданные силы и верни равновесие великому кристаллу. О, нормально. Нормально. Так, ну, графон мне нравится. Озвучка тоже приятная такая. Оно все очень приятненькое. Hello, Vistask! Hello, thank you so much! Have a nice stream too! Так. Так, тут тупик. Окей. А я мышкой ничего не могу. То есть мышку... А я стрелять что, не могу? Видимо, не могу еще. Ладно. Сюдой. Так, тут открылся новый путь. Окей. Так. Если что, игра выходит сегодня. Игра выходит сегодня. Вы можете пойти посмотреть, перейти по моей ссылочке по команде восклицательный знак «Игра». Вот, перейти посмотреть игру в Стиме. Кстати, гляньте, через сколько игра выходит точно, пожалуйста, чтобы я знала. Вот, и если кому будет интересно, можете, конечно же, ее себе прикупить. Ой! Я так поняла, игрой занимаются два разработчика. Потому что там, я когда заходила настраивать игру... Это пушка? Было представление от разработчиков. О, да, это пушка. Стрелять. Хорош. О, ачивки есть, кстати, в Стиме. Найс. Угу. Ага, то есть я вот так вот не могу, да, пройти? Понял вас. Стоп, мне нужно вернуться обратно. Пишет приблизительно через 2 часа. А, я не могу вернуться обратно? Офигеть. Ну ладно. Ой, оно автоматически собирается. Супер, не надо летать за ним. А еще, кстати, я когда подключала игру, там было просто какое-то невероятное... количество всевозможных, видимо, управлений на все геймпады, которые только можно будет. Да, звуки приятные. Только я, наверное, надену наушники, потому что у меня вентилятор жужжит. Улица шумит, и я ни хрена не слышу. Ой, да, звуки приятные, расслабляющие. Мне нравится все сразу такой релакс. Это что такое? Я гусь! Я до тебя доебусь! Я в тебе не сомневаюсь. Так. Так, мы вернулись. Мы вернулись. Вот кнопочка есть. Что мы открываем? Вот эту дверь. Ага, хорошо. Ой-ой-ой, какой-то большой. Давайте маленьких сначала уберем. Ну
Не, нормально, нормально, все нормально. Так, выберите режим прицеливания ручной с наведением автоматически. Но давайте не будем себе прям сильно-сильно упрощать. Автоматически точно нет. С наведением, я думаю, это упрощение, поэтому просто ручным будем фигачить. А что мне там жизнь дадут, когда я заполню шкалу? Или чего? Ага, да. А, уровень дали, кристалл дали какой-то. А что тут уровень? Улучшить мини-шут. Так, и что у нас тут? Что мы можем улучшить? Урон, дальность стрельбы, скорость пуль, скорость стрельбы, шанс критического урона, скорость передвижения. Какие-то есть еще жуки, скрижали и что это, не знаю, какие-то ключи. Так, ну давайте... Урон не могу апнуть, у меня нет двух кристаллов. Скорость стрельбы, дальность стрельбы, скорость пуль. Шанс крита хочу. Шанс крита — это всегда приятно. Так, улучшить больше не могу. Кстати, могу забрать. О, нормально, это хорошо. Сначала улучшить, а затем понизить. Нормально, дали мне ачивочку. Блин, мне очень нравится, какое это приятное здесь... вот это вот все как-то объяснить. Забыла язык. Все панели управления, что ли? Ай. Так. Ага, мы что-то освободили. И что мне дало? Непонятно, да, что мне дало? Просто я его освободила. Чего, Наташечка? Она мне дает какие-то штуки, но не понимаю, какие. Это типа хилки, что ли? Так, тут камень, тут что-то закрыто. Видимо, потом уровень откроется. Нет! Я утонула! Кошмар! Но я же самолетик, я летаю, я не должна тонуть! Что это такое? Что за подстава? Так, пушка второго уровня. За 5 ключей каких-то. Но у меня нет 5 ключей. Окей, спасибо. Спасибо, спасибо. Так, сюда не залететь, да? Я отсюда пришла? Нет. О, жизнь. Жизнь моя жестянка. Что-то мне кажется, я их не пробиваю, да? Далеко слишком. Так. Он же еще маленький, подрастет, научится летать. Нет, так мы же сейчас летаем. Но почему-то над водой мы не можем летать. Удивительно. Ага, вот кнопочка, да? Мне туда надо как-то добраться. Я так понимаю, это мне плюс одну жизнь дадут, и мне будет четвертый каяблик. В смысле, сердечко. Да, все-таки надо повысить дальность стрельбы. Что-то как-то мне плоховато с ней.
Так, ну это шорткат, но это не, чуть-чуть не то. Все равно, что мне надо было. Ой, это что такое? О-оу. Ага! Дальность стрельбы, мое почтение. Надо маленьких сначала убрать, чтобы они не мешались. Не попал. Ай-яй-яй, далеко. Далеко ушла. Ой. Господи, нет. А, нормально, все нормально. Так, мы какую-то часть скрижали добыли, насколько я поняла. О, карта. Хорош, хорош. Карта — это хорошо. Блин, так иногда, знаете, удивляешься. Вот раньше, когда мы играли в старые-старые игры, там же не было карт. Как мы это все запоминали, что ли? Или кто-то записывал? Ай! Так. Ага. Пойдем туда. Может, это гравий-вода? А что за гравий-вода? Получается, 3 жизни — это максимум? Нет, подожди, мы еще не взяли сердечко нужное нам. Какую-то штучку я взяла. Ой-ой-ой-ой-ой! Господи Иисусе! Как я неудачно зашла! Хорош, 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 хорош. А сделали бы тогда машинку, а не самолет. Я как поняла... Ой, что такое? Жесть, я что, секретку нашла? Вот это поворот. О, я секреточку нашла! Жесть! Секреточки — это приятно. Сделала, 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 не переживай. Я же слышу звук, я сразу нажимаю кнопку. Так. А, нет, нужно собрать части. Так, тут нельзя пролететь, да? Тут не открыто. Что пишет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как хорошо, что мы не поставили суперсложность. А то я чувствую, моя бы попа здесь горела бы. Потому что, естественно, чем дальше ты идешь, тем, скорее всего, сложнее оно будет. Что за кубик? Что оно мне дало по итогу? Ускорение. Ой! А что вот это я собираю, только я не поняла. Не, ну нам туда еще рано. Еще рано, рано, рано. Я не всю карту зачистила. Мне вот сюда как-то надо, но я не понимаю. Я... А, подождите, а если вот тут... Уй! Угу. Угу. Спасибо. Уй.
Так, а как там... Как там... Карта... Как зайти и... вот я уровень апнула, чтобы вот потратить вот этот. Я не помню, что мне нужно. Денисочка, здравствуй. Есть у меня 5? Нет, у меня 4. Застрею что-то вообще. Ай. О, хорош. Так, вот это не попасться, а то оно летит, и я до сих пор могу на него напороться. Блин, что же вот это вот я собираю, я так понять не могу. Так, тут прострелить я тоже не могу. Так, какой-то секретный проход. Тут сейчас босс будет опять, да? Ой, ты быстрый. Блин, первый раз вижу такие снаряды, которые разлетаются еще на маленькие снаряды. Все, хорош, справились. Так, тут больше ничего нету. Вроде нету. Угу. Ой, блин, они врезаются! Похоже, кстати, на эти пылесосы, которые домашние. Как они там называются? Пылесосы сошли с ума и напали на человека. Воу-в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 оу! Полегче, полегче, ребят, ребят! Твою мать, у меня одна жизнь осталась. Похилились, нормально живем. О! Это дало целое сердечко? Не, ну только часть дает сердечко. Так, карта, где я вообще? Я вот здесь, да? Местоположение корабля неизвестно. О, понял вас. Саратовский Ваук, здравствуйте! Давно не виделись, как ваш ничего? У тебя же есть ускорение на Space, но там этот стреляет, эти на меня летят, поэтому будет сложновато, мне кажется, от них вот это вот все улетать спокойно. Так, есть красненькая? Не, пятую я так и не нашла. Блин, а где же мне пятую добыть, достать? Давай вниз сходим. Мы сюда ходили? Ой! О, хорош, хорош. Вот это мне нравится, что когда уровень апаешь, оно все взрывает рядом с тобой. А чего? А меня не путькает. Что, мне рано сюда? Может, сюда, наверное, надо что-то вставить? Все хорошо? Все хорошо, когда все хорошо. Не могу туда дострелить. Так, я так понимаю, мне туда еще рано.
Ай. Да ну. Да господи. Ай. Так, а тут... Упс. Хорошо, хоть за это жизни не это не убирают. Так. Я опять непонятно где, да? Или... А, я в какой-то новой, наверное, области, на которой у меня еще нет карты. Ой-ой-ой. Где нора, которую ты открыла? Я уже и не помню, что я там открыла. Я так поняла, здесь еще периодически нужно проверять всякие стенки. Так. Что вот эти за штуки? Я так и не поняла. У меня, кстати, одна жизнь. Ой-ой-ой. Это плохо. Что я тут нашла? А, новый корабль. Итого. И чего? Надо сейчас очень аккуратно играть. С одной жизнью это вообще пипец. О, хорош. Так, а что? О, здесь надо прыгнуть с ускором, да? Вон там, кстати, какая-то еще штучка. Твою мать. Я не знаю, у меня одна жизнь. Мне вот интересно, будут ли тут какие-то снаряды, которые будут с самонаведением? Скорее всего, будут, наверное, в будущем. А, это, я так понимаю, просто укрыться можно. Угу, шорткат нашли. Вот говнюша. Это нельзя. Блин, мне бы похиляться как-нибудь. Было бы... Оу! Япона мать! Я же тут не выживу! У меня один хп! Ой-ой-ой-ой.
Господи, кто мне там опять пишет в ВК? Опять какие-то полоумные эти самые ненавидящие смуту. Господи, господи, господи! Кнопки перепутала! Ах, бедное мое дитя, сдаваться сейчас нельзя. Нужно остановить изгнанного, пусть даже поправ ограниченность своей природы. И что будет? Только не говорит, что заново надо начинать все. Не, вроде не надо. Так, улучшить. А, на С улучшить, окей. И ты не делаешь улучшения, потому что я забыла, на какую кнопку она. А что тут? А, это начало. Скорее всего, в деревне кораблей, там, где продавец пушек за кристаллы. Наверное. Кстати, а чё я к нему хотела ж подойти? Фрагмент карты F. Он открывает нам карту. Ага, вот это вот вся карта. Какая будет? Ага, ага, ага. Так. Мне нужно. Что мне нужно? Мне нужно... А что вот это за значок? Сигнал бедствия. Значит, мне нужно сюда, да? Главная цель вот эта, но мы пока туда не идем, потому что нам там наваляют 100%. Мне нужно, я так поняла, вот сюда забраться, но я так и не поняла, как. Вот здесь, типа, есть этот. И что это, по-вашему? Как это должно мне помочь? Что мне, конечно, думать сложновато, если честно. Что? Ну, нету больше фрагмента карты, извини. Сигнал бедствия был где-то здесь. Дальше. А, это вот это сигнал бедствия, да? Но я не могу это разбить. Разбить это я не могу. Так, здесь получается выход только вот сюда. Опять эти сумасшедшие пылесосы. Живем. Блин, мороженого хочу. По такой жаришке самое то, мне кажется. А, так нет, тут тупик. На карте не показывается.
Так. Мы сейчас попробуем пройти через низ, вот так. Обойдем. Да? Я уже здесь много где была. Ну вот, теперь надо просто все в кучу собрать. А, я поняла, для чего эти голубые штучки нужны, чтобы ускор был. Походу. Или нет? Ой. А мы в прошлый раз здесь, кстати, сражались с боссом или нет? Зизушенька, привет. А! Да ну! Говно. О, хорош! Глядите, сколько камушков. И отхилилась. Хорошо. И новый уровень. Так, а чтобы улучшить дэмэдж, теперь нужно 3, да? Ну так, да. Игра напоминает мне Gatekeeper Infinity по геймплею, но в другой стилистике и видом сверху. Вот я, кстати, не играла в Gatekeeper. А, лети в деревню, бери двойную пушку. Ладно, поехали. Так, следующий... А, это не двойная пушка? Или двойная пушка? Ну-ка. Двойная, да. Дальше уровень 3, то бишь она тройная. И нужно 22 камня. Угу. Так, а у меня она установлена уже? Да, она установлена. Окей. Так, ну летим обратно, пробуем все туда. Ой, вроде... А, кстати, хотела рассказать же вам сон мой сегодняшний. Короче... В сегодняшнем сне я была очень эффектной, красивой, сексуальной эскортницей. Почему-то меня вызвали в американское посольство с другими девчатами и хлопятами. Да. Вот. Значит, мы там тусили. Тусили. А, что-то как-то то ли все нажрались, то ли что там было, я уже не помню. Вот, и что-то произошло там, то ли какое-то вот, то ли убийство. А, кто-то кому-то пипиську отрезал. Да, короче, там что-то случилось, я уже точно не помню, что. В итоге все, кто был эскортниками, да, кто там развлекали как бы этих, кто там в посольстве американском сидели, решили сбежать. Но мы, короче, сбегали, господи, мы на машине ездили по крышам домов, мы очутились в каком-то, я не знаю, в какой-то пустыне, там, ждали какой-то автобус на шоссе, короче, это какой-то вообще был трындец, в итоге мы такие, а нам потом что-то присылают снова туда приглашение, и почему-то мы туда поперлись, и мы такие, ну окей, гоу. И, короче, пока мы возвращались обратно в это американское посольство, оказалось, что у нас есть сверхспособности, и мы стали сверхлюдьми. Короче, тот чувак, который вот на машине возил нас по крышам домов, почему-то он был очень похож на этого Роберта Дауни-младшего, и, типа, Роберт приехал в посольство и такой говорит, слушай, говорит, у тебя, короче, неправильная бородка.
вообще, типа, некрасиво подстрижена. Подстригись, типа, нормально. Он там показывал, где что выбривать надо, чтобы все красивенько было. Вот. И, ну, как оказалось, этот чувак, типа, якобы наследник Железного Человека. Я такая, типа, ну, окей. Вот. Дальше, девочки. Одна девочка... Блин, а я не помню уже, что у них было. А, нет, было три девочки. Они стали новыми ангелами Чарли. Еще одна была там что-то супергимнастка, или это та, которая была из ангелов Чарли, я не помню. А я, короче, была какой-то типа Wonder Woman, что ли, хз, у меня был хлыст, и я умела летать. Не знаю, что это было вообще такое, но что-то даже во сне я подумала, что что-то какая-то фигня вообще, пора проснуться, да, пора проснуться явно. Вот, вот такая вот история была. Так, летим дальше. Ой, это что за деревья такие странные? Ой, что-то тут как-то зловещая аура какая-то. Это зловещая аура тут. Все? Е-бой. Что? Теперь понятно, почему тебе мощный комп. Что? А, он про то, что он увидел мой ролик в рекомендации на Ютубе, и он понял, что я типа стример-блогер! Ей! Молодец, чувак, молодец, ты справился с этим. А, доброго вечерочка вам, Илья. Как ваш день, расскажите? Не мучила ли вас совесть, как вы раньше нас покинули и... ушли спать? М? Не мешает ли вам чего? Опять комменты читаешь? Да мне же оповещения приходят, там никак не отключить оповещение в ВК, если мне кто-то что-то пишет. Но там норм чувак, он мне что-то посоветовал отключить генерацию кадров. Я, вернее, включить наоборот. Я говорю, я включала, типа фпсы еще ниже стали. Вот. И... а потом он мне присылает этот самый... скриншот, что я попалась ему на Ютубе. Моя демка Stellar Blade попалась ему на Ютубе в рекомендациях. И он такой говорит, теперь понятно, зачем, говорит, тебе такой мощный комп. Так, проверь два факела на секретку. Не-а. Не-а. Не-не-не. А вот вниз? Вниз тоже нет. Ну да, два факела как-то так странненько стоят. Очень-очень странненько. Ну, может, потом что-нибудь откроется, фиг его знает. Комменты лютые. Как же всех заботит, у кого какой комп. Да-да, особенно когда у девочки комп мощнее, чем у них. Это просто разрыв попий. Разрыв попий. Так, о, наконец-то мы открыли, хорош. Вчера, да, было некомфортно, а так краски надышался, что аж глаз дергается. А понос вас не замучил? Ну вдруг там, мало ли, наелись чего на ночь. Так, ну ладно, давайте за ним пойдем. А почему я... ага, потому что ускоренный на shift. Так, о, у него есть магазинио. Угу.
Так, компас показывает полностью зачищенные места. Хорошая штука, хорошая. Так, вот это, древняя астролябия показывает общую информацию о прохождении, а также метки там, где вы что-то пропустили. Ой, хорошая штука, но дорогая, дорогая, у меня нету стука. Чего тебе? Я ему нравлюсь. Раз я тебе нравлюсь, может, ты что-нибудь мне подаришь? Безвозмездно. Можно что-нибудь самое дешевенькое? Я не прошу что-то дорогое. Наслала понос. Кто, я? Нет, ты что? Ни в коем случае. С больших кристаллов летит пыль в тебя. Они точно не лопаются? Мне кажется, они для хилки нужны. Но мы сейчас попробуем их разбить. Слава богу, пронесло. А теперь думай, в каком смысле. Понял? У меня тоже нет, мне не надо, а им поговнить надо. Времени, видимо, свободного много, тоже так хочу. Вот, да, да, понимаю. Вот я парня просила, выбери составляющие так, чтобы тащила киберпанк. Выбрал, купила, собрали, тащит киберпанк, играю в фирму вообще. Нормально. У меня очень много знакомых, которые собрали себе крутые компьютеры и перестали вообще играть. У них вот это вот как-то... Появилась игровая импотенция, или как это называется? Еще, типа, неприятная штука. Вот. Так, что мы можем? Мы можем компас взять, наверное, да? Давай. Очень красивые звуки тут. Приятные прям к уху. Ага, и все, да? Так, поехали, давай их попробуем разбить. М-м. Мне кажется, это хилки такие. А, вот, оно теперь галочкой показывает, где мы все зачистили или не все зачистили. Понял вас. Я сериальчики смотрю или на стримы, лиженьку иногда, но играть все больше лень становится. Ну... Тоже понимаемо. А, ну тут я не зачистила, потому что вот здесь не открылось, здесь что-то надо вставить. Вот это туда, наверное, сходим сейчас. Тут вот тоже какой-то замок. Только разбитый. Ты кто? Ух ты, ёпрысота! Да блин, как мне его? Вы посмотрите, какими он этими стреляет, офигеть! Ай! Нет, кстати, это не хилка. Я не знаю, что это. Лол. Какие же они жирненькие, все больше и больше становятся. Или это я все никак не докачаюсь, господи, испугалась. Так, а вот здесь можно пройти? Нет, так, окей. Дерево надо, да?
Хорош. Так, мы открыли проход. Отлично. Что-то мне не... Ой, не сильно много-то дало с этого дерева. Хотя оно жирнее было, чем тот этот корабль. Так, новый уровень. Отлично. Блин, но я не могу... Давайте пока... Ага, шанскрита я уже не могу, да? Так, ну давайте пока что... Так, скорость пуль, скорость при ускорении, скорость при передвижении. Давайте скорость пуль бахнем, а потом просто вот, ну, берем и поставим на дамаг. Вот. Тут просто дальность уже стоит 2 кристалла. У меня нету 2 кристаллов, у меня только 1 кристалл. Вот, я пока что запихну их временно. Тут кристаллы можно снимать. Вот, я пока запихну сюда, а потом просто переставлю и... Более получше распределен. Так, что у нас здесь? Здесь еще какой-то замок, но нас сюда не пускает. Какая тут дорожка? Тут секретка? А! Нет, не секретка. Ай-яй-яй. Хорош, хорош. Так, что у нас тут еще? Ну, сюда мы пока что не можем попасть. У нас не открыт мост, да? А, тихо. Ага, опять утопилась. Кикич-выкич. Да, жизни почему-то не дают, жизни здесь дают, я так поняла, только когда ты... Так, а если я попробую вот... Нет, так не получится, окей, значит, туда еще рано идти. Так, тут нету секретки. Так, ну получается плюс-минус, вот это мы зачистили, все остальное нам рано еще сюда идти. Сюда мы попасть не можем, потому что там перегородка, там нужно ключи какие-то вставить. Получается, мы идем на вот эту, на правую сторону, да? Здорово, Син. Давайте сначала в данжиню. Ой. Я что-то нажав. О. Пошли. Только там главное, чтобы там босса сейчас не было. Понятно. Спасибо. Платформа в деревне на не вернет хп. Кстати, я что-то как-то и не попробовала. Но думаю, наверное, нет. Так, звезда деревни. Вы можете в любой момент переместиться в деревню, не работает в помещении. Так, показывает общую информацию о прохождении. Так. 22 нужно над пушку третьего уровня. Окей. Так, мне куда вообще надо идти? Вниз и направо, да? Зачем телепорт в деревню? Вот тоже, да, непонятно как-то, надо догадаться. Ага, то есть умирая, просто все, что мы зачищали, рисается. Правильно? Мы ничего не теряем. Ага, тут мы уже были. Найсу. А куда я вообще ходила? Вот сюда? Или нет? Нет, я, кажется, направо ходила. О, здесь я вообще не была. Ага, вот оно что, Михалыч. Кто там?
Любовь сегодня не проверяете. Бот с начала стрима человек 10 вальнул. Мы сегодня не записываем любовь, поэтому не переживайте. Не ссыте. Ага, я сюда не попаду, смотрите. Мне что-то надо как-то это... Туда какой-то скилл, видимо, чтобы туда запрыгнуть. Райдер, блин, как... Именно тогда, когда мы не записываем, у тебя все ок. Ой, не могу. Ай, хорошо, смешно-то как, господи. Столбики не разбить? Обычно тут не разбивали столбики, ну давай глянем. Да мне кажется, просто скилл какой-то нужен. Не-а. Мы сегодня не записываем? Да, мы сегодня не записываем. Эля, бота пора менять, он сломан. Да если бы было бы на кого. Так, идем сюда. Тут пылесос. Это босс? Это босс. Ай, да что ж ты выйдешь на таранта? Мне бы щит какой-нибудь чисто от тарана, хотя бы на один удар. Ай-яй-яй. А, его надо с жопы. Хорош. О, хилочку дали, спасибо. Вот тролль. Но это есть такое, да. Так, это что, мы выходим куда-то откуда-то? Куда-то. Так, где мы? Мы непонятно где. У нас тут нету части карты еще. Вот тоже столбики непонятные. Просто обозначают что-то, что ли? Ну, новые враги. Я, короче, сегодня на YouTube выложила уже запись прохождения первой демки с игропрома. Мне уже двое разработчиков написали такие: «Ой, а вы нашу посмотрели?» Я говорю: «Да, посмотрела». Я говорю: «Вот на стриме запись». Говорю: «Скоро будет еще на YouTube». «Ой, спасибо большое, нам очень приятно». На самом деле, очень приятно, когда такая обратная связь от разработчиков идет. Попадаю. Ладно. Так, ну тут я не пролечу. Над водой я не могу летать. Карты нету, да? А, нет, подождите, я просто по побережью. Вот, я по побережью. А вот тут что-то, я туда не сходила. А, тут должен быть шорткат. Но тут нет шортката. Понял вас, принял. Приятно, что сами разработчики ценят то, что делаете вы, стримеры. Но на самом-то деле очень-очень многие разработчики, как я уже говорила, они очень не занимаются своей... Как это называется?
медийной составляющей. Они не ведут соцсети. Ну, по крайней мере, очень плохо ведут. Ай! Сейчас, подождите, чат. Нужно сосредотосьон. Сосредотосьон. Ай-яй-яй-яй. Они не ведут соцсети, они там, допустим, ну, только некоторые, да, выкладывают какие-то там свои наработки по игре, и они очень-очень сильно стесняются писать стримерам-блогерам. Понятное дело, что большинство там скажут там, давайте денег за то, что я игру вашу постримлю. Но есть очень большое количество стримеров и блогеров, особенно которые, так сказать, патриоты, да, своей страны, которые хотят, чтобы разработка наших игр продвигалась, и они готовы взяться на безвозмездной основе, так сказать, просмотреть игры. Вот. Но все равно боятся, стесняются, там, еще что-то. Ну, может быть, потому что это еще, в принципе, не готовый продукт, и что его показывать, может быть. Скилмирок, здравствуйте. Вам повезло. Во, маркетингом, да. Ну, я не помню, короче, как это слово называется, но они не занимаются ни соцсетями, ни настраиванием связей с какими-то, да, медиа-обзорщиками, или как их назвать-то, господи Иисусе. А как тут пойти? Видимо, какой-то скилл, что ли, будет? Или откуда-то зайти можно? Ой, заколебалась зевать. Так, ну тут пока еще рано мне идти. Так, а вот тут мы что, зачищали, нет? Ага, понял. Почему повезло, не записывают? Ну да, сегодня ж вторник. Сегодня ж вторник. Так, опять босс? Да что ж такое? А пушка, кстати, хороша. Дамагує, дамагує. А как? Что-то мне я ссу немножечко. Так, что? Что? А, мне нужно быстренько за ним лететь, да? Уу! А-ха-ха! Быстренько улетела нахрен! Господь, мать Христа! Чё, не? Так. А мы же здесь были, не? Блин. Такое ощущение, как будто мы здесь были. Здорово, Ромато. Эть. Здорово, Чукаджин. То есть ты хочешь плюсик за сегодня себе? И что вторник? Раньше записывали по вторникам, так как были другие дни выходные. И на этой неделе же получается, что среда и суббота выходные. Получается, сегодня обычный записывающий день. Но чисто в теории ты прав. Но я хочу сегодня не записывать. Что-то я так и не поняла, что она мне... Да нет, то же самое, просто кружок сделала еще разочек.
просто обгони. А, обогнать надо? А он же там сокращает. Не, я так не могу. Потом к тебе приду. Ты какой-то сложный. Так, мы на пляжу вроде, да? Да. Так. Пойдем вот туда. О! Кушать хочу. Здорово, Алекс, здорово. Как делище? Так, хорош. Так, вот мне вот сюда. Испужалась я немножечко. Так, нападают? Нападают. Как же иначе быть? Нападают. Хороший дамаг я прокачала. Ой-ой-ой. Изи. Все, я, кажется, сердце новое добавила, да? Да, хорош. Все, теперь у меня 4 сердечка. Уи-у. Какая-то новая локация, как будто пчелиная, с сотами. Неизвестно, где я, да? А, ну да, я здесь не могу пройти. Опять какой-то замок, видите, из двух ключей. Я не понимаю, что тут надо всунуть. Ладно, пока что уходим. Итак, итого. Вот этот данж нам еще закрыт, вот этот данж нам еще закрыт. Вот в этом данже нужно обогнать, но у меня жопа сгорит. Вот этот данж я так и не поняла, но он является выходом. На вот этот сейчас попробуем сходить, да? Давайте. Ой, утонули. Стою. Да ну! Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Все нормально. Так. Вот этот мне нужен данж. Но я в него попасть не могу, да? Ух ты, так. Где мы? Собака. А! Ой, там кто-то большой. Так, все, мы тут всех убрали? Вроде всех. Ого, какая пушечка! А я по ней вообще никак не могу настрелять почему-то. Вот это приколюха. Так, тут будет проходик, его пока нету. Ну, идемте в данж. Ага, этих не убрать. Понял. Уи! Уи! Чистая игра с уи! 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 Эть.
Ага, а почему я не могу туда попасть? Все-таки будет какой-то скилл, который дает там, я не знаю, запрыгивание, что ли, или что? Что это было сейчас? Это что, что сейчас было? Был какой-то звук и что? Где я? Я сверху. А, вон кнопочка есть. Ой. Я что-то получила. Какую-то энергию получила. Что значит энергия на максимум? Вопрос. Ай! Кто тут был? Нос чешется. Так, подождите. Надо прокачаться. Так, до следующего апа дамага мне нужно пятеро, но пятерых у меня нету. Сюда, получается, нужно 2, 3, 2, 1, 1, 1. Ну, давайте скорость пуль бахнем, да? А, вот какая-то энергия. А что это за энергия? Типа увеличивает скорость полета, что ли, или что? Ну, в смысле, сколько я могу летать по продолжительности, да? Кто-то еще пулькает. Отлично. Шорткатик типа, что ли, или че? Или че? Так. Опа, опа, в замок могу попасть. Хорош. Хорош. Что-то я замерзла. Так. У меня открылся шорткат. Хорошо, это все вообще супер отлично. Только по мне не стреляй, говнюк. Здесь вот какой-то замок. Снова. Но у меня ничего для него нет. Я так и не поняла, что мне этот замок нужно вставлять. Сколько я летаю, здесь ничего такого нету. А я сюда заходила? Я уже забыла. Блин, что ж с моей краткосрочной, как она там называется, памятью? Трюк в воздухе сделала? Да я вроде не умею. Так, ну мне получается все, идем в замок, да? Сейчас, подождите, понять, как туда к ним. А, ну у меня карты тут нету. Так, вот отсюда. Поняла вас, поняла. Уй! Уй! Так. Это что такое, сохранение или что? Ой. Со всем уважением, а что мне здесь делать? Здесь прыгать надо или что? Я же не могу над водой летать. Даже с ускором. То есть мне сюда еще рано, походу. Я так подозреваю. Ну да. Угу. Ладно, уходим отсюда, значит. Не понял. Ох, я уж думала, я не могу выйти отсюда. Что у меня вены болят. Надо, походу, воды пить больше. Не люблю это состояние, когда начинают болеть вены. У меня просто густокровие. Мне даже врачи прописывали эти пить таблеточки, которые разжижают кровь. Не-не-не, там что-то, там нужно было перелететь, нажать кнопку, чтобы открылся этот. Хотя, ну давай, ладно, давай еще раз посмотрим, может я что-то не заметила. Так, ну, я, кстати, не смогу пострелять, потому что у меня, видишь, у меня короткий. Не-не-не, тут надо прям перелетать. Перелететь вот сюда, или не, наверное, перелететь типа вот сюда. Вот так и вот так, что ли?
будет, наверное, какой-то рывок. Вот. Когда включишь это, откроется вот эта тропа. И там что-то будет, но я не вижу, что там. Меня не потекает туда. Да, у меня короткоствол. Так. А, чатик, не стесняемся, переходим по ссылочке... Игре, да, игра. Переходим по ссылочке, ознакомливаемся с игрой. Так, давайте куда податься. Сердцу нечего стесняться! Уи! Уи! Так, ну тут вроде ничего нету такого, да? Да, вроде ничего нету. Ой-ой-ой, это мне не нравится. А вот это что? Мы тут были или нет? Уи! Уи! Да, мы тут были. Уи! Уи! Ну ладно, еще раз покатаемся, не страшно. Уи! 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 Так, ну сюда мы не можем попасть. А, ну да, и мы выходим. Окей. Здорово, Ром. Да, игруля прикольная, она очень приятная такая. И по визуалу, и по звуку. Так, а мне нужно что-то прокачать? Нет, вроде. Блин, ну... Мне бы карту, конечно, открыть. А то... Слушайте, может, мне вот сюда надо? Главная цель. Идемте попробуем главную цель завалить. Я не уверена, что мне сейчас, конечно, там не наваляют. Но, как говорится, попытка не пытка, да? Так. Тут нужен какой-то ключ. У меня нет ключа. Я вспомнила, куда надо идти. К кустам. Ой. Тут еще один ключ нужен. Хилочка, хорош, спасибо. Хилка, давай. А, нет, это новый уровень. Почему при новом уровне меня не хилят? Вот это вопрос. Не совсем мне понятно, почему именно самолет. Почему они на каком-то болоте и прыгают по трамплинам? Я так поняла, это какой-то этот... мы какие-то инопланетные существа в виде самолетиков, но мы почему-то не можем летать над водой. На нас напали какие-то инопланетные другие существа, которые начали истреблять наши самолетики. А мы вообще, мы еще маленький самолетик. Здесь есть большие самолеты, а мы маленький самолетик. Вот, и как бы мы должны спасти наших вот всех больших самолетов. Они будут нам потихоньку давать всякие штуки-дрюки, чтобы мы стали большим самолетом и прогнали плохих дядек. Ну, это как мне кажется. Да, качать кораблик можно, вот. Здесь прокачка вот такая вот. Здесь можно качать урон, скорость стрельбы, шанс крита, скорость передвижения, скорость при ускорении, скорость пуль, дальность стрельбы. Плюс еще будут какие-то 4, не знаю. Здесь еще вот такие вот скиллы нам даются. Здесь ты прокачиваешь пушку отдельно.
мне дало ускор, и будет еще каких-то 3 скилла. Плюс ты прокачиваешь энергию. Энергия — это количество ускора, на котором ты можешь лететь, чтобы, ну, пока оно не закончится. Также ты можешь увеличивать свое ХП, вот это вот сердечко. Ты находишь, нужно 4 штуки для того, чтобы открыть плюс одно сердце. Плюс есть еще, вот как за мной, вот эти вот всякие штуки. Ты их покупаешь за вот эти вот красные камни. Вот я первый купила компас. Компас у меня показывает полностью зачищенные места. То есть там разные есть, они стоят по-разному. Вот, и ты летаешь вот так вот, зачищаешь все, фармишь, прокачиваешься, и потом, видимо, тебе открываются какие-то новые штуки-дрюки, где ты можешь что-то сделать. Кстати, откуда мы прилетели? А, это мы тут вот, а? Ага, и вот сюда, да? Нет. А куда? Ладно, улетаем. О! Ага, вот сюда я не могу. Тут трамплин в другую сторону. Вот ты, конечно, да. Вот ключ, кстати. Но я к нему попасть не могу. Драса? Драса. От соседей едой пахнет. Ну что же вы за такие жучки? Кстати, чат, спасибо вам большое за финансовую поддержку вчера. Я в экстазе от вашей поддержки. Но я это к чему? Я вчера заказала костюм, завтра придет. Я завтра приоденусь и на Бубусти как выложу в ранний доступ, значит, вот это вот как я буду выглядеть в четверг. Так что подписываемся на мой Бусти. Кнопочка. Так, это не нападающий пылесос, нормально. Ух, как я дамажу, офигеть. Прям дамаг у меня, дай боже, мое почтение. А! Да куда ж ты улетел? А что это был за звук? Тихо. Какой-то звук был. Я не поняла, что за звук. Так, 1, 1, 2, 1. Скорость передвижения, скорость... Нет, давайте скорость передвижения. О, хорошо. Хорошо. А тут нельзя пройти? Нельзя. А куда мне там надо было? Вниз вроде, да? А, вот. О, энергия. Угу. Похоже, было на микрофон замкнуло. В смысле? В смысле? Так, ключик сюда или не сюда? Вопрос. Там были другие места, куда можно было ключик. Вот, например, сюда, но я сюда не могу. Да, я сюда не могу. Так, а что он... Так, господи! Тут больше нету, да, никаких... Ой, я теперь так долго могу летать, но вскоре, офигеть. Жесть, ракета! Это экстаж ваш? Ну, спасибо! Обесрав! О, а что это, ускорили? Это что-то новенькое будет? Ага, хрен там, спасибо. Блин, ну вот смотрите, опять дырка, я ж тут не пройду. Какой-то как будто прыжок нужен. Ой.
Понятно. Второго ключа у нас нету. Ладно, идемте с другой стороны. А мы с другой стороны ничего не сделаем, да? То есть это тупик опять. Ладно, уходим. Так, а тут карты тоже нету на эту, да, штуку дрюком. А! Нормально, я не улетела вниз, хорош. Ух. Похилимся, давайте похилимся. Угу. Так, а куда мне всунуть теперь второй ключик? Вопрос. Потому что тут как бы немного вроде мест, куда я могу его пихнуть. Таран. Ну, не в моем случае такое делать. Так, подождите, тут мы были. Вниз нас не пустят. А, нет, это мы по кругу же тут обходили, да? Вроде да. Угу. Так. Устал, понял. Слушайте, ну у меня есть ключ, но я не могу его применить. Жалко. Что за неидентифицируемая часть тела? Щупальца, хвост, ушко? Ну... Он же как бы бот, он же как бы типа робот, наверное. Что у роботов есть за неидентифицируемые части? Вот тут еще какой-то камень, но пока мы сюда попасть не можем. Так, открыть карту, но у меня нету. Так, я вообще собираю на пушку. Мне не хватает еще трех камней. Окей. Ключ же наверху можно было. Ну-ка, давай глянем. Я не уверена, что там можно было. Так. Наверх сюда? Так, ну тут мы не пройдем. Наверху справа. Реально. Но у меня память как у хлебушка, извините, я ничего не запоминаю. Ой, блин, какой-то он слишком быстрый. Так. Ага. А здесь нужна другая штука. Я знаю, где эта штука, но я не знаю, как туда добраться. Вопрос. Как туда добраться? Так, тут мне не перепрыгнуть. Идемте вниз. Так, это прыжок? Пожалуйста, скажите, что это прыжок. Или какой-нибудь там дрифт, я не знаю, что-нибудь. Отлично, у нас есть рывок! Йиха! Все, теперь у нас многое открывается. Поехали.
А мне туда можно или нет? Вопрос. Как же ожидаемо. Ай-яй-яй. Нормально, меня похилили. Так. А, протагерон, спасибо большое за помощь. Ой, потягушечки! Ой. Мне все больше и больше хочется кушать. Как раз самое время покушать, да? Так, где был ключ? Кто помнит? А, теперь мы можем там перепрыгнуть. Точняк. Хочу черного хлебушка. Так. А вот сюда я не перепрыгну никак. Не. Тут мы вроде все же сделали. Давайте перепроверим. Блин, не хочется мне это перепроверять. Ну ладно. Да, это та самая штука, что я вспомнила. Так, сейчас попробую сюда, могу? Ну ладно, попытка не пытка. Нос чешется. Я одно видео с ТГ не могу скачать. Оно будет оно будто не полностью загрузилось. Это ты про какое? Ой, кстати, я забыла сделать закреп. Да почему у меня закреп не дает сделать, пока я не обновлю страницу? Какой-то твич странный. Скинул новость. Так, скинул новость. Слушай, а у меня почему-то видео тоже типа грузит. Хотя странно, оно вчера нормально было. Ну-ка, сейчас я тебе скину новость саму. Так. А там тоже видео нет. Слушай, может это что-то с телегой? Откуда я брала видео, там тоже оно не грузит. Ну и в жопу, значит, эту новость. Не надо ее ставить. Так. Блин, откуда мы пришли? Я уже забыла. А, ну, наверное, сюда надо идти. Сюда нельзя? Нельзя. Thank you.
Телеграм болеет. Ну вот, 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 вот. Телеграмусику немножечко плоховатенько. Чё здесь происходит? Чего кричишь? Мы тут самолетиками летаем. Ля ты крыса, а? Кто там, Дазик кидает крысу в тихарца? Ух ты, ёпаста. Слушайте, на мне становится очень хотеть кушать. Что-то тут хилки, мне кажется, не зря. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, с богом. Серьезно! Фух! Я же убила его? Нет, походу нет! Я уже выдохнула! Хорош. Так, победить первого босса. Угу. Оля, какая анимация красивая, вау. А я могу вернуться туда или нет? Ага, для того, чтобы попасть к гига-чат-боссу, нам нужно убить 4 босса. Окей, понял, принял. Там просто хилки были, хочу вернуться. Угу. Всё. Так, еще что-то есть? Ладно, оставлю эту хилочку, пускай она будет. Так, а что по поводу изучения? 5 нужно, да? Так, скорость передвижения, шанс крита, скорость пуль. Блин, давай. Но я думаю, пока что с уроном мы повременим. Все остальное будем вкидывать сюда. Вот, потому что это тоже нужно. Так, а сколько у меня красных? 19. Так и не получилось добрать еще, да? А мне нужно 22 для пушки 3-го уровня. Игра начинает напоминать Фьюри. Эпичный Bullet Hell? Не знаю такого. Я такого не знаю. Так, вот сюда что-то можно пойти. Там сигнал бедствия, да?
Так, ну подождите. У меня есть много... Ага, вот. Пил? Ага, хрен там. Понял вас. Понял, понял. Хотела обмануть ситуацион, но не получилось. Так, нас засосало куда-то. Так. Ага, хрен там. Отлично, напоролась. Да что ж такое-то? Да ну, нет! Козлы! Так, куда там надо идти? Сюда. Ах, собака. Как же я хороша, как мощны мои лапища. Ой-ой-ой. Да нет, ладно, сглазила сама себя. О, хорош! Все, мне хватает на пуську! Уи-и-и. Ой, я хилку зря подобрала. А что, тут тупик? Фигня. О, я наконец-то вышла к сердечку. Она не будет мозорить мне глаза, аллилуйя. Так, уже 2 из 4. Это хорошечненько. Блин, у меня все резнулись. Так, это не убирается. Так, идемте пушечку, пушечку, пушечку. Эть, эть. Эть. Так, пушка 6-го левела стоит 65 камней. Окей, до нее еще далековато. Звезда деревни. Что-то я не думаю, что она мне нужна. Вот, вот это хочу. Древняя астролябия. Показывает метки там, где вы что-то пропустили. Это очень годная штучка. Да, я буду фигачить в 3 ствола. Посмотрите. Великолепно вообще. Так, давайте попробуем перепройти, значит, все данжи, которые у нас тут были. Так, ага, нет, этот не пройдем, здесь что-то нужно, чтобы открыть. Так, значит, летим, летим, летим сюда. Да, засосала. Так, давайте сначала налево. Так, ну здесь есть трамплин, но, если честно, я не совсем понимаю, как туда попасть. Значит, будет еще какой-то скилл другой, чтобы я туда попала. Чё-то я вся чешусь. Что, у меня аллергия, что ли? Так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. А, это то, что на скорость пройти. Блин, чувак, я не хочу. Хотя нет, подожди, у меня же есть теперь этот дэшик. Может быть, я и скоротаю там время, ну-ка. Что, не сюда, что ли? Как будто не сюда. Почему?
и ладно. Значит, пока что туда не идем. Так, куда идем тогда? У нас, получается, вот эти вот два взаимосвязанных. Сюда я не могу пойти. У нас есть вот этот вот и вот этот вот, да? Идемте к ним. Тогда идемте к ним. Так, идемте к ним. Ой. А, здесь тоже закрыто, понял. Так, тогда куда мы идем? Получается, вот эти четыре закрыты, вот этот остался последний. Так. Ну, здесь опять нужны какие-то ключи, чтобы выйти. Господи, Иисусе. Жалко, не бафается пушка. Хочется что-то с самонаведением и взрывами. А, здесь есть самонаведение, просто я его отключила. Я не решила себе не сильно упрощать прохождение игры. Вот. Здесь есть автонаведение и, типа, помощь в наведении. А вот по поводу взрывов, вот это, кстати, плюсу. Хотелось бы что-то бабахов каких-то. Каких-то бабахов хотелось бы. Так, вот здесь вниз хочу сходить. Мы сюда так и не сходили, кстати. Ай-яй-яй. Так, и где же мы... О, да ну! Итак, что это нам дали? Что это за штучка? Ну, чё? А, объяснения не будет, да? Окей. Так, хрустальная пуля. Ваши пули с небольшой долей вероятности могут оглушить большинство врагов. Неплохо, неплохо, неплохо. Так, как теперь отсюда выйти? Бабахи будут, когда будем потеть на сложных данжах. Ну, возможно, да, кстати. Так, вот сюда вниз надо, да? Нет. Ой, я же... Почему? Так, у нас меняется музычка. Мы в другой локации. Сюда? Просто мы утопаем, окей. Как же хорошо, что не отнимаются жизни за то, что ты тонешь. Ай! Слишком далеко, да? Ты там не проверила... Что это было? Кто это? Что это было? Не проверила справа от выхода, куда провалилась. Да? Ща провалимся еще раз тогда. Так, ладно, далеко не уходим. А, я не вернусь! Блин, ну потом проверим тогда, что... Вот для вот таких вот случаев все-таки ТП на базу нужно. Так, вот здесь вот, я так поняла, у нас пока глухарь. Да. Блин, карты нету. Печук. Оттуда мы пришли. Тут ничего нету.
какая-то кнопка. Тут тоже есть какая-то кнопка. Но она уже активирована. Я сюда заходила? Непонятно. Soul Game Studio, hello! Так. А мы тут пройдем или не пройдем? Блин, кстати, да, покушать стоило бы. Животик начинает болеть. Карты нет. Блин, столько в этой локации столько есть мест, куда пойти, и я что-то аж путаюсь, куда идти. О, так, шорткатик есть, новый уровень есть. Так, новый уровень, скорость пуль давай. Или нет, скоро давай. А, у меня две было, нормально, все. Так, окей. Так. Это же шорткатик, да? Да, но вернуться мы туда все равно не можем. Так, пик. Ладно, давайте вниз слетаем, да? Слетала. Я так хорошо прокачала пушку, что я их просто вообще сметаю. Но камни убрать я не могу. Ой, сколько тут камней, как хорошо. Хорош. Так, и сейчас дерево взбушуется, да? А нет, дерево дало какой-то проход. Офигеть. Прикольно выглядит игра. Здорово, Берсерк. Да, если что, можете посмотреть игру вот по команде «Игра». Переходите по ссылочке, смотрите. Игра только сегодня выходит. Так, что у меня в Дискорде хотят от меня? А, это вот это. Что-то закрепил? Ага, понял. Здорово, Хаски, здорово. Как вы тут? Мы тут сражаемся. Я, правда, кушать уже хочу. Очень-очень кушать хочется. Это игра, где Эля уничтожает растения, а Гринпис такое одобряет. Мы тут уничтожаем не только растения. Вообще мы уничтожаем ракетки. А вот это вот то, что под растениями затесались какие-то инородные жители, это уже как бы не наши проблемы. О, торговец. Так, и... Интенсификатор восстановления. Улучшается восстановление кристаллов на 10%. Блин, сейчас, подождите, у меня... А то, что у меня вентилятор меня фигарит, у меня волосы щекочут лицо, заклепали. Так, усиливается восстановление кристаллов на 10%. Снижается их количество для перехода на новый уровень. О, это очень полезно, но у меня камней не хватает на это. Лол. Так, древняя скрижаль. Страница давно забытого прошлого. Берем. Берем. Так. Энергия. Так, ну мы, получается, для того, чтобы это все купить, нужно 12,7. 12,7 это 19, правильно? Так и знала.
Надеюсь, эта игра будет на телефоне. Кстати, интересно. Ну нет, ну тут опять на скорость летать. Ну как же мне впадло? Ай! Найсу! О, у меня получилось! Офигеть! Даже не ожидала. Ну я вообще не попадаю. Да не, из меня гоночки, как вот, вот это вот, ну... Не-не-не, я это вообще не это. Я такое не выигрываю. Это не мое. Так. Блин, ну вот где он находится, хрен его просышь, потому что карты у меня нету на эту часть, да? Угу, то есть лететь только обратно, окей. Давай ждем, пока эти восстановятся, и летим. Нет, торговца не буду убивать, зачем? Он же хороший. Он мне дает всякие штучки-дрючки. Ой, опять у меня, короче, футболка делает меня безразмерной. Надо футболок новых купить, не оверсайз. О, поехали. Я куда-то зашла, я даже не увидела, куда я зашла. Ой, тут камни дают. Смотрите, как много камней, офигеть. О, куст шевелится. Ай! Хорош, 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 хорош. А, сюда мы не попадем, да? А почему? Видимо, у нас все-таки будет какой-то скилл, который будет взрывать. Он будет взрывать вот такие вот потрескавшиеся стены. Да. Так, отсюда мы пришли. Сколько у меня там... 8, да? Так, мы вернулись обратно, да? Угу, мы вот здесь. Ну, на базу нам нет смысла возвращаться, там ничего нету. Тут какой-то босяо есть. Но нас сюда пока не пустят почему-то. Видимо, у меня будет какой-то скилл разбивать вот эти деревья, что ли? Не понимаю. Так, вот сюда что-то можно сходить. В смысле? Вон вис уходит, ах ты. Гадина, говядина. Соленый огурец. Опал, валяешься, никто тебя не ест. Ну-ка. Изи. Опа-на. Опа-ча. Так, тут кто-то еще попукивал. Вот этот вот. Как бы сейчас не отъехать тут. У-ху-ху-ху. Изи. Первый уровень.
нормально. Еще как-то не совсем ровно летят. Ай-яй. Ай-яй-яй. Ой, я вспомнила про ту пещеру, где надо было прыгнуть. А, нет, верните меня в ту комнату! Вы что? Там такая... Блин, вы видели эту комнату? Господи Иисусе, как в нее попасть? Там же камней красных будет, жесть сколько! А, жирненький. Да, куда ты улетаешь? Иди сюда. Так, там с кем-то драться надо будет еще. Я вот тут пока все посмотрю. Так, тут куда-то перелетать. Тут куда-то... Ага, понятно, нападать. Так. Собака, урумака. Да ну, я уже, походу, невнимательно играю. Так, это 3 из 4 вроде. Так, нормально. Эй! Нормально? Жива? Жива! 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 Жесть. Все, устали. Так, мы попали в какую-то комнату с камнями, да? Блин, очень-очень кушать хочется. Это сейчас шорткат, что ли, откроется? Да, вон. Так, новый уровень есть, но мне эти кристаллы некуда пихнуть. Так, вот здесь можно выйти. Куда выходим? Непонятно. Сердечки на мне... Да нет! Туда. Мне сердечки не надо трогать. Так, вот, трогаем кнопочку. Кнопочка открывает шорткат. Ебой, хорош! К замку к нашему. Так, где мы находимся? Чуть-чуть дальше, да? Чё, тут какая-то пустыня. Нормально, что тут пустыня? Хорош. Так, 4 камушка. Домой. Теперь бы вспомнить, где мы там брали эту торговку, где мы видели.
эта кнопка вперед, эта кнопка назад. Как все просто. Кто тебе этот руль нахуй в руки дал? Ёбаный ты сутулый хуй, блядь. Чат, ну капец. О, карта, аллилуйя. Хоть где-то мы нашли частичку карты. Хорош, хорош, хорош. Вау! Вот это приколюха. Бля, змейка какая-то. Блин, что тут как-то опасно, не? Моим прицелом. Вялый ствол. Блин, ну капец. Ай. Ну и чё, он улетел, что ли, еще? Или он обещал вернуться? А, вон. Ай-яй. Блин, у меня опять вялый ствол. Да что ж такое-то, а? Ой, у меня, кстати, одно хп было. Ничего себе. Даже не заметила. Так, ну пока сюда не хочу. Здорово, Торвальд. Так, ребятушки, не стесняемся, переходим, значит, по ссылочке. Смотрим игрушечку, сегодня релизнулась. Мини-шут Adventures, классный самолетик, летает, стреляет по всем. Кому понравилось, покупаем обязательно, не стесняемся. Так, а где он? Эй, ты, подлый трусь, выходи! Ай! Да ну тебя в жопу! Три штуки уже, ничего себе, даже не заметила. Так, давайте шанскрита бахнем, шанскрита. И будем собирать на скорость, наверное, стрельбы. Или дальность. Наверное, лучше дальность. Да, лучше дальность. Блин. Да ну нет! Кошмар! Ладно. Мне нужно подкрепиться, я считаю.
Чтобы всех убивать, нужно подключиться. Доброе утро, девочки. Здорово, Наги. Здорово. Так. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, что... Да нормально, у меня просто одна жизнь была. Я не замечала. Я не замечаю, когда у меня один жизнь. Так, я пойду поем, что-нибудь перекушу. Я быстренько, хорошо, и приду. Да, лаваш это вкусно. Так, сейчас конфеточку бахну, глюкозочку, да? Telegram планирует ограничивать скорость скачки и заливки файлов для пользователей без премиум подписки, если они превысят лимит по гигам. Об этом стало известно из исходного кода мессенджера. Сколько гигабайт нужно будет скачать, залить для получения лимита, пока неизвестно. Ну, мне премиум подарили. Ветераж, а в связи с этим бот нормально будет работать, не? Ну хотя, блин, ограничивать скорость скачки и заливки, просто подождать надо, и все. Я думаю, не страшно. Так, мы идем на змеюку, да? Змеюка в пустыне, пошли. Мне ж сюда? Или нет? Думаю, кушать или не кушать? Покушай просто что-нибудь легенькое. Хотя можно и не легенькое, еще время-то нормальное. Так, наверху был данж. Ух ты. В прошлый раз тут такого вроде не было. Ай. Господи, как же вас много-то, а? Все вроде. Это что за красный шарик? Так. Ух ты! Ты что такое? А чё ты чёрный такой? Блин, я до тебя не дотягиваюсь. А! Чё-то мне кажется, его придётся долго пилить. Ай-яй-яй-яй-яй, и я умерла, у меня одна жизнь была. Вот говно. Кошмар.
понял. 415-я база, ответьте. Ты опять выходишь на связь, мудила. Я прочитала тебя. Я тебя прочитала, не переживай. Так, первых убрала. Дальше вот эту надо письку убрать. Так, дальше. По краешку пойдем. Будем потихоньку всех убирать, потому что тут этот змей летит, и он собирает всех этих. А кто тут? А тут я не дотягиваюсь, да? Ну, уже пойдем. Так. Есть кто? Вроде нет. О, змеюка. Так, ну хвост хотя бы ему помяли. Есть тут еще кто? Не? Ага, тут стена. Окей. Стена не подходит. Так, дальше. Тут вообще непонятно что. Так, тут что-то сейчас будет. Так, все. Все. Идем дальше. Пока что здесь ничего. А вот это можно? Нельзя. Так, идем по краешку идем. Смотрим, что тут, где тут, как тут, кого тут. Так, ну пока что здесь никого. Здесь нужно будет разрушить две вот эти вот стены. Так. Ну тут врагов и больше нет. Получается, что, змеюка одна, что ли, осталась? Да не может быть такого. Их же дофигища там было, пока я дралась с этим... Я даже больше бы переживал, что в свободной Европе телегу заблокируют, так как сервер-то в Нидерландах. Это да. Но телегу, как я поняла, достаточно сложно заблокировать. Только, наверное, где-то а-ля в Китае возможно это сделать, потому что у них там же своя вся вот эта вот штука-дрюка. Да ну! У меня сейчас жопу бомбанет. А, нет! Я хочу жить. Вот, два сердечка. Отлично. Да... Выпусти меня. Еще враги есть? Да ну! Тебя нафиг! Я это не знаю даже что вообще. А-а-а!
как сложно все за ним летать и летать. Вообще. Говнюша. Где он? Ты серьезно? А, нет, все нормально. Просто ты покушала, расслабилась немножечко, да? Кто выпускает вот эти вот, я понять не могу. Непонятно, кто их выпускает, да? Окей, понял. Они просто так летают. Босс называется «Найди меня, если сможешь». Да, Элеонора, а что за прекрасная игра на стриме? И где ее купить можно? Конечно же, ее можно купить в стиме по ссылочке и по команде восклицательный знак «Игра». Пользуйтесь обязательно, скачивайте, переходите по ссылочке, ознакомляйтесь, добавляйте в желаемое и покупайте. Так. Слышь, он где-то вверху. Эй, босс, выходи, подлый трусь! Я что, невидимка? Почему мои сообщения не читаются? Я просто невнимательна, извини. Можешь меня тегать, тогда у меня будет вот такенное сообщение красное. Змей выпускает. Да, я уже догадалась об этом. Да где ты есть, козел? Вот он внизу где-то. Качни дальность, у тебя один ап, то точно есть. Ну, уже да, уже качнула. Но сейчас я ничего не могу, наверное, качнуть. Мне надо хотя бы двоечку, а лучше троечку. Угу. Так. Ну где же ты, где, писечка алая, ту-ру-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Как он летает там, я не помню. Что за фигня? Где он? О! Все.
Я поняла, что мне, походу, за ним не угнаться, просто надо его выжидать где-то. Да ну тебя в... Вдыхаем. Выдыхаем. Я простила его напрасно, видимо. О, как намаялась я с тобой. О! А, нет! Ну и секреточка. Сколько раз тут бегала? Да. Топилась. Сколько у меня там уже? Жесть, у меня уже 4 энергии, офигеть. Нормалёк. Да ну хорош. Что ты меня позоришь перед людьми? Посмотри, сколько на стриме людей. Так, поехали. Хочу фиолетовенького убить. Тихо, не кричи. А ну что, сразу два отняло? Как же хорошо. Так, чего вы там пишете? Может, он улетел на перекус? Не-не-не, он по траектории, по кругу. Ну, вернее, не по кругу, но по определенной своей траектории двигается. Дыши глубже, Эля, расслабься. Кстати, реально, дыхательные техники очень сильно помогают сконцентрироваться и расслабиться, пипец. Что-то ты быстро поела. Я думала, успею в магаз быстро сбегать. Или это я медленный? Это либо ты медленный, но я там немного поела, я так перекусила легонечко. Вот, потому что мне нужно отстримить игру минимум 5 часов. И у меня там не сильно много заложено на перерыв. Так, продолжить. Блин, ну игра кайфовая для того, чтобы в ней чиллировать, если честно. А это за мной приехали, извините. О, кстати, чат, у меня, прикиньте, сегодня... Че участковый сказал? У меня в доме... У меня в доме есть квартира, где в одной квартире живет 12 мигрантов. Прикиньте. А там, типа, ну, квартира такая... Ну, не сказали, сколько комнат. Ну вы представьте, 12 человек в одной квартире. Вот, и сказали, что повязали их, короче, прикиньте.
Вот, там не у всех были документы. Ну и вообще, типа, размещение такого количества человек на квадратную площадь вроде так не разрешено. Плюс не у всех, скорее всего, есть прописка. Плюс сейчас будут поднимать, у кого чего там это. Как это называется, господи? Что ж ты вечно прячешься? Короче, будут накрывать все эти конторы, которые предоставляют прописку мигрантам. Да, сейчас очень жестко за это взяли. То, что вчера участковый приходил, а сегодня их уже это чик-пук, чик-пук. Хотя, если честно, ну, возможно, он вчера их не приходовал, потому что он был один. А сегодня, наверное, их было там, типа, много. Ну, не знаю, если честно, как там это все проходило. Наверное, там стены и потолки липкие в плане. Почему липкие? Сделали даже предложение, чтобы закрыть Wildberries на территории РФ, так как там много мигрантов без документов. Не смейте закрывать Wildberries, вы что? Это одна из самых хороших контор. Они мне под домом привозят вещи. Чё прапор покупал в магазине, рассказывай. Но почему-то это сзади закрывается, слышите? Но... Водичку сладкохимозу пьешь, да? Ай-яй-яй-яй-яй, пропарюша, ну как же так, как же так? Это бред на самом деле, надо просто жестче все это контролировать и все. Ну слушай, когда там замешаны, там же уже где-то, где, в Питере или в каком-то городе, короче, накрыли такую контору, которая вот это все делала. И это... А их покрывали 4 высокопоставленных полицейских. И их, короче, тоже жахнули. Вот, то есть вы представляете, сколько вообще это, ну, какая-то сеть, и сколько там людей замешано, что все это делали. Там же есть те, кто помогает сдавать экзамены, те, кто готовит документы, те, которые дают прописку, те, которые это все проверяют. То есть там охереть, какое количество людей замешано в этом всем. Пью добрый кола, это химоза. Хотя ладно, че я выебываю себя тоже? Тоже кола, тоже добрая. «12 одиноких мигрантов, развлекаться же надо как-то». Да, они работают, насколько я знаю. Хотя они меня частенько пугали. Я только недавно вроде, я не помню, рассказывала я вам или нет, что я сидела такая и думала, блин, у нас же в доме, ну, есть мигранты, которые летом там у падика сидят. Вот, и странно, чё, ну, как они, ну, то есть их много явно в одной квартире живет. И меня всегда это напрягало, вот, потому что постоянно куча у подъездов этих великов с доставок, там еще что-то. Но есть как бы мигранты и нормальные. У нас есть мигрант, только я не помню, кто он, таджик или нет, он таксюк. Вообще прикольный мужик, такой душевный, такой хороший, всегда очень вежливый, здоровается. Ну, короче, кайфовый такой муженечек.
Квасту пофиг, куда стрелять, уничтожается последний. Просто чем меньше их, тем больше у хвоста жизней. А, ничего себе, а ты откуда знаешь? Везде есть нормальное, но, как говорится, из-за одного страдают все. Это да, это да. Но, кстати, участковый сказал, с этим таксистом вопросов нет. Он, типа, не с ними тусуется. Это какие-то другие ребята. В семье не без урода, да? Да, да. В каждой национальности такие есть. Поэтому это такое. Да что ж такое? Может, просто стоять и ждать, пока он мимо меня будет ездить? М? Че думаете? Подождем, постоим? Или будем за ним ездить? Как бы стрим смотрю, звуки слушаю. Еще выстрел видно, когда змеюка будет стрелять. Да, выстрел видно, я видела. Блин, что-то прохладненько. Днем было так жарко, а вечером прохладно. Офигеть. Кстати, а что там по костюму? Костюм не приехал еще, хотя он вроде, я смотрела, завтра будет. Там... Блин, дай бог, чтобы он на меня налез. Но там размер типа от 42 до 52. У меня размер 48. Соответственно, должен налезть. Так, только теперь вопрос. А с рубахой ли костюм? Или нет? А тут сейчас, секунду. Слушайте, что-то он не летит возле меня. Вот, характеристики описания. Та-та-та-та-та. А, это, видимо, только сарафан. Блин. Видимо, реально надо и рубаху заказывать. Водичка! Ваше здоровье. Так, 10 вопросов. Это что, подождите, сарафан без повязки и этого, что ли? Да, твою мать. Я думала, там все вместе. Бляха-муха. Сейчас, чат, одну секунду. Я закажу себе сразу, хорошо? Потому что, чтобы оно мне пришло завтра. Блин, я чуть не лоханулась. Блять, повязка, которая мне нужна, нету.
Ой, все, у меня начинает гореть жопа. Да вы че, прикалываетесь, что ли? Сейчас, ребят, секунду. Блин, а она будет послезавтра. А послезавтра у нас что? Послезавтра у нас уже четверг. А я успею или нет? Ё-моё. Ладно, я себе заказала. Искренне надеюсь, что она придет до стрима. Боже, ну как так можно, блядь? Ты выставляешь фотографию... Три вещи, надо их показывать отдельно. Сделайте в лот с одной ценой, где все сразу можно купить. Господи, сказала бы, кто вы, да Twitch забанит. Гондоны, а не продавцы. Ой. Найти магаз народных нарядов и в него на такси съездить. Там очень дорого, Зиолио. Там костюмы стоят 4, 5, 7 тысяч. Поэтому там забей. Так, он поменял траекторию полета. Он теперь больше тут не летает. А куда мне? Надо. Совсем понимаю, если честно. Может, мне еще рано его трогать? Да вроде не должно быть. Я не понимаю. Короче, ладно, пошел в жопу. Он же все равно такой недобитый и будет летать, правильно? Чего такое, Крем? КЗ, где жара? У нас жара. У нас жара. Насчет Wildberries отвратительный маркетплейс. Штрафуют как продавцов, так и персонал. А персонал перед концом смены до трусов раздевают на проверку краш, меняют правила и куча дарк паттернов. Дело в том, что ты не думаешь, что такие проверки не просто так. Может, они как бы воруют? Как бы, если бы у меня такое было, я бы тоже и не такие проверки бы внедрила у себя на предприятии. У меня бы проверяли и снаружи, и внутри. Воу-воу-воу. Тут сюда нам еще рано, я поняла вас, окей. У нас холода и дождик. Отлично, отдавай нам. Отдавай. Блин, весна должна быть, а у нас уже сразу лето после зимы наступило. Ну как такое вообще? Кто так делает? Небесная канцелярия, поправьте, пожалуйста. Что это за дичь? Я готов внутри проверить. Отлично. Подставляй жопу.
Игра, да не бля, вон она, по ссылочке переходишь. Mini-Shoot Adventures. Кря, чего у тебя не работает? Работает же все. И я тут, как говорил, ночью у меня минус 15 и сугробы ща выпали. Жесть. Вот видишь толпу людей до трусов раздетых и не понять сразу, это Склайд Волберис или Сходка Стрим. Да, да. А мы вот здесь были или нет, чат? Кто-нибудь мне напомнит? Ты Steam пополнить не можешь? Почему? Так. Не понял. А, я утопилась. Найс, эвейд. Просто эвейд богов, я считаю. А вниз ничего нету? Нету. Здорово, Дашулечка. Это мы играем игрушечка. Сегодня вышла. Называется Mini-Shoots Adventure. Или Mini-Shoot, я вечно хочу S сказать. Вот. Вот такая вот великолепная штучка. Мы тут летаем самолетиком и уничтожаем инопланетных захватчиков. Вот так вот, да. Насколько я помню, это изначальная политика Wildberries. Слушай, ну, как говорится, знаешь, не бывает дыма без огня. Мне кажется, что это не просто так сделали. Вспомнить, что у них там постоянные драки, я не удивлюсь, что они там еще подворовывают что-то. Плюс, говорят, вот это вот была история с тем, что... За возвраты что-то там то ли штрафовали, то ли что-то делали, я уже не помню. Вот, и... Это, короче, по итогу было не просто так, а потому что сами работники точек Wildberries этим злоупотребляли, при возврате клали не те товары, короче, там что-то мошнили очень сильно, и, понятное дело, Wildberries при этом был в убытке в жестком и очень плохая, типа, репутация, поэтому они жестко начали сношать тех, кто у них там работает. Я купил! Красавчик! Красавчик! Просто молодчинка! Великолепный мужчинка! Так, а что тут? А тут... О, цветочки можно собирать. Что они дают? Непонятно? Что-то они дают. А, нет! Ну почему? Ну почему? А, тут надо на время их собрать или они вообще просто декор? А, я же нажала. Да. О. Ожидаемо. Это за шо? Хорошо, сердечко восстановили. Вот это вот разбили и утопились. Осуждаю. И сегодня дико хотела пострелять, что ж в КС играла. Ничего себе! Вот это тебя, конечно, это самое. Аж в КС-ку занесло. И чё? А, он теперь не ко мне не идет, да? А что с ним делать-то? Да... Да почему?
говорить. Все, я все словила, извините, что кричала. Так, у меня есть 3 штучечки, я могу бахнуть. Ага, не могу бахнуть. Скорость стрельбы могу бахнуть, да? Так, это нам не... Ой, да что ж ты топишься-то, зачем? Одной. Так, кнопочка, ага, сюда не подойдет. Так, Ой, блин. Я там говорила, да, что у меня с полетами беда? Ой, о, хорош, попали. Так, что мы открыли? Шорткатик. Открыли до кнопочки. Так, бежим до кнопочки. Бежим. Все. Да ну, хорош там пицца! Какого хрена? Я не нервничаю, я на зеленой планете Земля. Медитирую я немного. С другой стороны теперь вот эта вот кнопочка. Сейчас чихну. Ой-ой-ой. Извините. Не купальный же сейчас сезон. Я открываю, нормально, жарко уже. Так. Отлично. Ой, ветераж, много текста, подожди. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, бляха-муха. Что происходит? Я утопилась просто от безысходности, а потом меня еще и жахнуло снарядом. Ой, мне дали 2 сердечка, спасибо большое. Так, так там еще и продавцов штрафуют. Меняют правила, условия доставки. Вроде крайний случай, что с миллиметров на сантиметры изменили размеры посылок, не известив никого. Продавцы вписывали размеры посылок в миллиметрах, и это приводило к тому, что доставка становилась дороже. Что-то сложно. Не знаю, что такое ваша жарка. У меня вчера шел снег, а сегодня чистый минус. Серьезно? Жесть. Вау, а это нормально? Я открыла дуэр. Блин, 2 сердечка, аж жалко. Надо, кстати, кустики все разбивать. А! Да я, мать твою! Я че, в смысле? А почему? Не поняла, почему? Что за прикол? Подожди, занята. Так, стоп, а там что-то в бачок было? Нет, это с другой стороны, окей.
А, не знаю, как у вас, но у меня сегодня плюс 20. Охренеть. В общем, Wildberries мошнит как может. Ну, не знаю, не знаю. Я как этот самый... Как покупатель, да? Как использователь, так сказать. Мне все нравится, вообще шикарно, я довольна. А вот продавцы... Продавцы мне не нравятся, потому что они вечно... понятное дело, что их задача продать, но они там, конечно, мошнят с фотками, что ёпарасоте, фильтры накладывают, там берут чужие фоточки, а у тебя оказывается вообще вещь другого качества. Вот это вот меня прям пипец бесит. Ай, нет! Где я? Все? Похоже, что все. Такой маркетплейс, такие продавцы. Да, ну, не знаю. Женечка, привет! Привет, Женечек. Как делишки твои? О, кнопочка, кнопочка. Отлично, кнопочка, кнопулечка. А шорткатика не будет, да? Вот это все обратно идти. Ай, говно. А, не, во, будет нормально. Ведь? Да ну тебя в рот наоборот! Чего вы ржете? Руина, руина, руина! Такая ты руина! Лемон сквизи. Все хорошо, только с работы пришел. У меня дела, нормалек, нормально. О, новый уровень. А дадут еще один кристаллик, чтобы три было? Нет, только два. Блин, сидим тут немножечко, играем. На завтра решил взять выходной. Вот, буду отдохать, хоть что-нибудь дома сделаю покушать. А то... Все, какая-то это у меня доставка до доставки. О, мы нашли нового робота, или кто это? Дитя кристалла, моя сила теперь стала твоей. Собирай энергию синих кристаллов и используй мою силу, чтобы выйти из святилища. А-а-а, вот оно чё, Михалыч. Жесть.
прикольная озвучка. Хорош, как же ты хороша. F, ой, блин.